В обычном бельгийском доме узкая и темная лестничная клетка, а здесь лестничное пространство, вокруг которого артикулирован весь дом. Это световой колодец. С каждым этажом лестница становится шире. Это тщательно продуманная система тамбуров, которая позволяет через единственную дверь дома слугам заносить товары, не беспокоя хозяев и их потенциальных гостей. Традиционный бельгийский дом состоит из анфилады три помещения. Одно освещается со стороны двора, второе со стороны улицы, в середине темное, так называемый гроб. Арта пускает свет в среднее помещение со всех сторон. Посмотрите, стен почти нет, или они прозрачные? В обычном бельгийском доме 2-3 этажа, узкие анфилады комнат. А в стиле Арнуво 2 ступеньки вверх, 3 ступеньки вниз. Вы ходите по дому, он кажется просторным. Из салона хозяйки мы спускаемся в спальню, мы переходим в другое помещение. Расстояние 2 метра. Виктор Арта был небогатый человек. Общая спальня с женой, зато со всеми удобствами. Слуга должен быть доступен хозяину 24 часа в сутки. Он помогает жить, но он должен быть невидим. Посмотрите сами. Вход в ванную и со стороны спальни хозяев, и со стороны лестницы слуг. Хозяйка говорит гостям: «Хочу порадовать вас новым рецептом утки». Она знает, кухарка уже приготовила и поставила блюдо на подогреваемый поднос. Раздвигает дверцы, берет блюдо, ставит. Мы получили услугу, но не увидели слуг. Дом Виктора Арта – это его визитная карточка. Он показывал потенциальным клиентам, что можно построить на узком участке брюссельского дома. Во время многочисленных приемов дверь в мастерскую тоже открывалась. Мои зарисовки – не путеводитель, не пересказ экскурсии. Я очень подробно описал их на сайте. Если интересно, почитайте. Соберетесь в Бельгию – смогу показать все сам. Это улыбка тысячам из вас, кто прошел по улицам вместе со мной.
и тем, кто придет завтра. Это отражение нашего мира в гранях антверпенского бриллианта. Хотите узнать больше? Подписывайтесь. Знаете, кому пригодится? Пошлите друзьям. Хотите задать вопрос? Вот адрес. Есть телефон с вайбером и ватсапом. До встречи!